примерно вот так вот обычно выглядит мое рабочее место. Я очень люблю писать тексты на полу, потому что это удобно. У тебя сразу все перед глазами. Я всегда стараюсь сохранять свои старые тексты, написанные от руки, потому что потом, когда ты уже видишь результат своей работы, тебе проще работать и с новыми текстами, и ты понимаешь, по какой схеме ты это делаешь. На примере одной из песен я покажу вам, как происходит мой процесс написания. Вот здесь вот у меня обычно всегда есть либо заготовленные слова, либо рифмы, которые подходят по смыслу к песне. Смысл я стараюсь изначально продумывать. Вот, и после того, как, допустим, есть какая-то уже часть, вот в данном случае это был первый куплет. Далее я ориентируюсь на слова и на смысл текста, делаю либо бридж, либо припев, либо просто пишу слова, не задумываясь, что это будет, и уже потом все склеиваю в конце. Вот, иногда я меняю строчки местами, такое бывает. А потом, когда уже все более-менее складывается, я переписываю песню на чистовик. Вот он выглядел так. И также, конечно же, у меня под рукой всегда диктофон, потому что я стараюсь одновременно писать и текст, и вокальную партию. Так мне гораздо проще работать.